надо делать, потому что, ну, грубо говоря, Шварценеггер, как мы знаем, после возвращения в кино ничего не зарабатывает абсолютно, все его фильмы провальные, так что на него никто не пойдет, это понятно, поэтому надо позвать какую-нибудь звезду и, ну, взяли вот сериальную звезду, я, правда, не знаю, настолько ли, ну, да, «Игра престолов» очень популярна, но привлечет ли она достаточное количество людей, чтобы отбить бюджет 150 миллионов, я посмотрел, в принципе, ну, режиссер, он много клипов снял.